Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Ваше внимание предлагаю бой 3 на 3 за космодесант. Поехали! Карта Альварус. Мой ник Cool Games, со мной случайным образом попали Карлос Эпст за Гвардию, Хасоуб за космодесант. Против нас Джекет Хотлайн за Некронов, Эз Хен за сестер и Биг Мамути с клана Кила за орков. Ну, он всегда почти за орков играет, и с ним бои тоже были в тиме вместе. Смотрим, что получилось. У меня, сразу скажу, здесь был саундбаг. То есть, когда войска выходили из казарм, когда их атаковали, они никак не реагировали на это аудиально. И это очень сильно бьет по контролю над тем, что происходит на карте. Постоянно приходится визуально контролировать, а не, так сказать, на слух. Тратятся лишние секунды или доли секунды. У всех тут свои разные проблемы. Эсхен пишет, может ли он забрать реликт. Биг Мамути ругается на свою мышь. Я пишу про саундбаг. И Хасоуп этому удивляется. Видать, у него никакого саундбага не было в этом бою. Но вот приходится иногда играть и с саундбагами. У меня возникает, может быть, в одном бою из 10 в среднем. Крайне неприятен. Это была игра NoNoobs, кстати. Создал ее именно вот Эз Хен, сестра. Кроме Некро и Гвардейца, в общем-то, всех я видел из них. Ну, хотя бы по разу. Поэтому бой предстоял как минимум неплохой. Это не были нубы, которые случайно попали в игру NoNoobs, не считая названия. А здесь еще плюс стоит, как видите, контроль над ключевыми точками. То есть, кто забирает две точки, начинается отсчет до победы. Я такие параметры никогда не включаю, поэтому еще один показатель, что хостом был здесь явно не я. Тут увлекся немного Хасоуп вместе с Карлсом. Уже больше, чем наполовину у него раздамажен. Командор. И перепрыгивает орк. Но я не менее увлекся. Привет, саундбаг. Пишет Хасоуп назад. Но я уже и сам вижу, что у меня у командира внезапно ХП начало убавляться. Хотя об этом мне никак не сообщили аудиально, что его там атакуют и прочее. И вот, где-то на секунду полторы я дальше пробежал, чем надо было. И потерял лишние полмиллиметра ХП у него. В мультиплеере это играет большую роль, когда играет примерно одинаковые команды. Ну, тогда я не знал, насколько они одинаковые, поэтому лучше было ничего не терять лишнего. Хороший баннер. Мамути. И вот Хен делает огнеметы своих сестер. Странное решение. Бежал на кучу гварды, которая с гранатометами против двух командиров, а снайперов. В итоге весь пак почти свой слил. А Мамути уже с тяжелым оружием, с тяжелыми свинцометами. Я
тоже уже в Т2. И вот готовлюсь выводить серых. Вот. Баблинских не было на эти цели. Немного энергии не хватало. Реликт я забрал себе. Потому что я не знал, что за гвардеец. В общем-то, гвардеец может от обороны сыграть, а космарю реликт тоже нужен. Ну, их юнит сопоставим друг с другом. То есть и ленд, и карающие, они эффективны. Каждый в своей мере. Ну, Бейнблейд, я думаю, все-таки поэффективнее будет. У него более разностороннее вооружение против техники и против пехоты. И стреляет он дальше. И разбрасывает очень хорошо. Потому что Ландрайдер против пехоты будет похуже. Но тем не менее, когда не знаешь союзника, лучше его точку забрать себе. Ты-то себя-то знаешь, как ты ее используешь. А орк забрал точку у Некрона, как видите. То есть у него тоже 4, как и у сестры. Правда, тогда мы этого не видели. 30 секунд, пишет Хотлайн. А гвардеец наш начинает расстреливать у сестры позицию. По центру. А у сестры почти ничего и нет. Потому что весь пак огнеметчиц хен слил. Отходят серые. Тут у нас любители, я смотрю, ведь стационарных болтеров, поэтому думаю, что не зря я забрал у нее реликт. Соляра спрашивают активно друг у друга. Наконец-то 30 секунд прошли, даже побольше, и Некрон делает свой засвет. Вынужден сваливать назад, плюс еще мне капеллан не подбежал никак. И денег не было на третьего командира. Такой неполный это два было без Блярия. Решил сыграть без него. Врубает Хотлайн неуязвимость и заряжает по нему Псайкер Карлоса. В итоге никакого урона не нанес, а билд уже потратил. Хен пишет назад. Назад, пацаны, быстрее. Разбирают же вас здесь как Куру Гриль просто на вертеле. А орк все пытается снять точку и снимает точку, тем самым сбивая таймер. Победный. Вот вышли селестианки наконец-то у Хена. Довольно долго он делал, учитывая, что у него было 4 точки. Он еще термоген даже не поставил. Но у него был затяжной Т1. Слишком большие потери на нем. И вот, привет еще раз, саундбаг. Видите, я тут думаю, сейчас мои пацаны стреляют, стоят, а их засвечивают. И спустя только несколько секунд. Куда посмотрел, смотрю, стоят, их там расстреливают. Ну, как бы индикатор-то есть, что их атакуют. Не, минус один рыцарь серый в итоге. Из-за долбанного саундбага. Тут вовсю идет кач точек, строительство генераторов и прочих радостей. Не стал тут с ними долбиться, побежал к орку, потому что они все были практически в центре. И решил орку поломать немного экономику. Был практически уверен, что находится на стороне сестры. Хен пишет, нужно убить снайперов. Он пока еще в Т3 не переходит. Баннер у него не хватает. Ставит он завод. Зафокусил, видите, одного из рыцарей. Не повезло, ему лучше бы по командирам стрелял. Я пытаюсь разобрать еще и баннер заодно вместе с точкой. С постом. А в центре пошла атака. Еще одна соляра выходит у Хасоу под ред. Разбрасывать. Такая хреновая идея против селестянок. И он еще плюс через серх играет. Не очень затяжной, кстати, Т2 было. То есть он, видите, завод построил и одновременно... Брариум. Ну, священные покои.
И вот я подбегаю, и, в общем-то, это добро отгоняю. Герой светящийся, который разогнал тьму. Заряжаю по сестрам пси-удар. Пристреливаюсь тут с некром, но тут еще и орк мешается в итоге. Подтягивается союзник, подбегает опять сестра, вынужден я сваливать назад. Ну, слишком что-то много их. Орк застроил пост, но тем не менее. А несколько трион, кстати, переходил. Это трион переходил и, в общем-то... Уже в Т3, что-то мне показалось, что у него баннеров было меньше, чем нужно. Но нет. И гвардеец устремился вперед, ставит еще один стационарный болтер, вынес вперед он также казармы. Немного ли, чувак, болтеров, Карлос? Отступает варбосс. Но его Карл, скорее всего, засветил. Разнес ему еще раз пост. Я бегу тоже туда же. Сделал, наконец-то, библиария. И решил не переходить сходу против форка в Т4. Я был уверен, что он вот-вот выйдет в гидсов. И, естественно, не даст он мне протечься до ленда быстро. Нужны были терминаторы. Заряжаю орбитальный удар. Но орбитальный удар не заряжается. Я отбегаю, а вот командир мой, как видите, тупо застрял. Застанили вартраки. Ведь встает, тут же падает, отбежать он не может. И вот так вот. Тупо совершенно он погибает. Деваться им просто было некуда. Такая вот в игре у меня физика замечательная. То есть вартрак его просто отбрасывает, а остальные расстреляют. А Фомона там требует деньги, уже протечился Некрон. Застроил термогенератор, и ситуация для нас обостряется, учитывая, что гвардейцы у нас играет пока что крайне, согласитесь, странно. Наспамил кучу пехот, настроил турели, Т3 нету. Т4, естественно, никакого нету, а у них уже у двоих. У одного есть Т4. Второго пока строится вартрак. Я имею в виду орка, у него есть Т3. Но у нас Т3, правда, есть вместе с Хасоубом. Он же в Т4 пошел. У него еще и термоген был здесь, плюс ко всему. Ну да, Т4 идет. Не обманул. Это 6 минут у них на то, чтобы отбить эти точки. Вот теперь также Некрон летает от гранатометов, но у него хотя бы лорд отпрыгнуть может, в отличие от моего командора. О, видите, самолет зачем-то сделал гвардеец. Ну, то есть такой чувак странный, это даже не середняк. Это что-то между середняком и начинающим. У них Некрон-то получше был, а вот эти вот двое, ну, сестра и орк, были весьма хороши. И орк прогоняет ко мне на базу, чтобы сразу мне расфигачить всю экономику. И вот тут зажимает вартрак, начинает точку разбирать. Я перепрыгиваю сразу. Термосами врубаю неуязвимость. Штурмовые застряли из-за вартрака и не сразу телепортировались. Бью библиария. Застрял орк, застрял его вартрак и... Яйцы попали в ловушку свою, собственную. Пытается убежать здесь мек со стрелками. Но он также попал в свою же собственную ловушку. Уверен, что сейчас прорвется, экономику сломает. В итоге даже точку сломать не смог. А я в итоге потерял. Два вартрака, мека с шутами и еще и гидсов с варбоссом. А тут у нас уже второй монолит, ложный настоящий лжец. И по центру прорыв идет.
центр идет прорыв, сестры прорываются вперед, у меня Т4 еще только-только пошло, потому что я делал терминаторов, две пачки и полностью их апгрейдил. И пока что я туда не перехожу, потому что против двух монолитов пехота и такая себе затея, тем более уже пытался свою ложь наложить, не самая удачная затея, короче, куда туда прыгать в данный момент. Поэтому я просто перепрыгнул на базу гвардейцев, чтобы его прикрыть, если Некрон пойдет дальше с сестрой. Но у сестры тоже, видите, не особо дофига всего имеется. Три как и нет пока. То есть она не делает экзорциста. Лэнд активно строится, так понимаю, 70%. Но на меня бежит орк. Повторная атака, повторная попытка завалить. Не успевают добежать никак штурмовые терминаторы, чтобы повязать их. И вторая пачка стреляет. И ставят они бомбу, а перепрыгивают с базы гвардейца. И не успевают у нее взорвать. Мешается Некрон, гони орка на базу обратно. Сестра бежит прикрывать. Какие-то бакханалии творится на карте. Наконец-то вышел Гвардос в Т3, но очень долго. Крон вяжет моих терминаторов стрелковых. Сестра пытается забрить моих штурмовых термосов ближнего боя, но я перепрыгиваю и сбрасываю дред, чтобы орк не смог за мной пойти. Лэнд, целая куча черепков, правда ничего-то не станет. Вожу дредноут, сломал точку, не стал там размениваться, потому что он вывел бы сейчас своих ракетчиков, и ничего бы хорошего я бы с этого не поимел. Лэнд почти забрили, выходит вихрь, но тоже очень близко у Хасолба. Просто он терминаторов, но они были еще не готовы, и Некрон с сестрой спокойно их забривают. Жаков у меня скидывает Некор. У него ресурсов было дофига с термогеном, в отличие от нас. И контратака на Хасолба. Пытается он свой Лэнд все-таки увести, я терминаторов подвел. А на меня опять бежит орк в этот момент. Не перепрыгиваю, чтобы прикрыть косморя, сбрасываю еще сюда и дред. Выходит Лэнд, орк это видит меня, но все равно прет вперед. Ставит еще одну бомбу. Успевает он ее взорвать, правда пехота вся успела отбежать. А там Лэнду и заводу дамагнул такой средний. Впрыгивает монолит. Не успел его разрушить. Правда он разрушил мне пост, и я его сразу буду застраивать. Вырывается Хасоу своим Лэндом покосанным. Ну, а я дредноутом и термосами бегу разбирать монолит. Стащил он, видите, одного из хищников уже почти, и он пытается косол уйти, правда, поздняк пытался. Лучше вообще против Некрона хищников особо не делать. Ну, если против вас конкретно Некрон играет, всю вашу технику сопрет, кроме Лэнда. Космодесант. Лучше дредноут использовать, но они не такие ценные, по крайней мере. Стояла хищника на защите, этих пока тоже не веду вперед. Торг в любой момент мог открывать. Сестра вышла тоже Т3, но очень долго. Т4 не было, учитывая, что был реликт, где там святая. Хотя у нее есть, да, и Т4. Но святой нет, не хватает денег. Давай их ставь, бро, пусти.
трон застанет лорд отряды, но пока что-то лорд там другим занимается, он пытается еще кого-нибудь там украсть. Он вообще ничем не занимается, он застрял. А гвардейцы не находят ничего лучше, как поставить еще один пехотный штаб по центру. Он пытался прорваться, но прилетает ему орбитальный удар, и на сей раз он вынужден сдавать назад. Бой заканчивается тебе с захвата 50 точек, не ключевых. Никто в конце уже их не берет. Третий монолит пытается некрон поставить. Но толку уже от этого никакого нет, потому что два ленда и спущенный основной монолит, который он не отремонтировал еще. Орк, то что Т4 нет. Ситуация для них практически 100% сливная. Патовая. Ну и атакую орка. Ко мне больше не приезжал, не прибегал. Не прилетал, если бы еще не этот долбанный саундбаг, потери были бы у меня меньше в этом бою, конечно. Но из-за него не всегда вовремя атаковал, когда было нужно, не всегда вовремя войска отводил. Когда ты привык уже слушать, так сказать, на аудиально, на слух, где что происходит, когда тебе об этом не сообщают, уже по инерции играешь по-другому. Ну, я сделал танки, так как все-таки некро был с другой стороны, и мне нужна была ударная сила против орка. А, кстати, он поднимает другой монолит. Второй был еще. А, да, это не настоящий, это... муляж. Пытаюсь повязать здесь гидсов, они все под вилкой вардбосса. Ну и постепенно его тут поджал, разбирая, сделал кучу ракетных установок. Вообще я делал не против орка, а против некрона, против его монолита. К сожалению, не добежали мои штурмовые термосы, отбежал орк очень далеко и расстрелял отряд. Ну, это был, в общем-то, его последний в этом бою успех. Вяжет дред, а ну даже еще даже не последний, он еще и дреды смог разобрать. Все, готов. До конца доиграл. Здесь вдвоем они пытаются биться, все-таки святая выходит. Схена пишет good game. Лайн выходит и. Соответственно, сестра тоже выходит, потому что все было уже и так понятно и кончено. Ну, вот такое сражение. Гвардеец у нас в Т4, кстати, тоже вышел, но тоже очень долго. Правда, играл на трех точках, и я не знаю, зачем он наставил столько турелей. Вроде бы под конец начал играть он значительно лучше даже. Он, видите, священника присоединил к Кастеркинам. И к своим гвардейцам. Ну, в целом, короче, нормально играл. Прикрывал, помогал, нигде особо не затупил, за исключением лишних турок настроенных. Ну и немного затяжным Т4, все-таки. Ему, он даже, кстати, видите, Васик не сделал. Он не сделал Василиски, он не сделал тяжелое вооружение, которое неплохо бы прикрыло по центру. И против орка, и против сестры. Но с другой стороны, против некрон, когда играешь тяжелое вооружение, много стоять тоже не особо рекомендуется, ибо если их поставить близко друг к другу, он просто засветит вас. И кинь свежаков вас разберет. Ну их, конечно, можно снять, там отвести, но пока вы их отводите, свежаки их догонят и в итоге все равно расфигачат. Поэтому лучше против некоторых играть через плазму, то есть сделать две пачки гварды с плазменными винтовками и на химере по-быстрому перемещаться, расстреливать некрона в ключевых критических точках. Самый оптимальный вариант. Ну и сделать можно там один Василиск, чтобы пехоту разбрасывать. Хотя тоже его могут засветить и бессмертные подойти и разобрать. Ну, одну Ваську можно сделать против некрона. Тяжелое вооружение у него есть, но оно, видите, уже под конец боя пошло. И все Т1, Т2. Ну, Т1, понятно, что он через гранатомет играл, но он и играл и Т2 тоже через гранатомет. Хасоуп нормально сыграл, в общем-то, в целом. Правда, у него Т2 был затяжным. Правда, его дред не помешал в тот момент по центру. Ну, я сыграл Днищенский, как обычно. Некрон сыграл в целом нормально. Сестра сыграла, не знаю, Т1 был очень долго, Т2 было тоже с малым количеством селестянок. Не сказал бы, что сыграла прям супер нормально, но средний.
Орк сыграл хорошо. Вот так вот закончился данный бой. Посмотрим на результаты. Хасоп набирает 780 по войскам. 1305 набираю я. 730 набирает Карлос. 155 набирает Хотлайн. 290 набирает Хен. И 195 набирает Биг Мамути. 135 убил Хасоуп, 122 я, 98 Карлос, 51 подразделение Хотлайн, 31 Хен и 50 Биг Мамути. 45 юнитов потерял Хасоуп, 48 я, 39 гвардеец, 173 Хотлайн, 89 Хен, 93 Биг Мамути. Одно здание уничтожил Хасоуп, 21 я, 4 Карлос, 3 Хотлайн, 5 Хен и 2 Биг Мамути. 0 зданий потерял Хасоуп, я потерял 2. 8 зданий потерял Карлос, 0 потерял Хотлайн, 5 потерял Хен и 21 Биг Мамути. Я просто пытаюсь вспомнить, что я потерял и когда. Вспомнить что-то я не могу, что я потерял. Что за наи обман? Кто там внимательно смотрел, какие здания слил за бой? Где у меня было два потерянных здания? Орк, когда врывался ко мне на базу, он... А, так, стоп, одно здание он мне снес. Это была точка около завода, когда бомбу поставил. Ну, так пост он мне вроде не сносил второй, когда прорвался первый раз. Ну, в общем, короче, странно. Я помню, что только одно здание он мне разнес. Ну, неважно. 61 подразделение Хасоуп сделал, 84 у меня, 75 Карлос, 138 Хотлайн, 96 Хен и 93 Биг Мамути. Вот видите, опять по войскам, как и в предыдущих боях, нас превосходит по количеству, но при этом проигрывает бой, потому что количество почти никогда не решает над качеством. По ресурсам 2700 набирает Хасоуп, 20 тысяч набираю я, ну почти одинаково, учитывая, что у нее еще термоген был и пост мне снесли один раз. А, 15400 набирает Карлос, 31300 Хотлайн. Дофига Некрон набрал за счет термогена. 16,5 Хен набирает и 13800 Биг Мамути. Несмотря на то, что у него было 4 точки, что-то набрал мало. Ну, ему там, правда, тоже снесли несколько раз пост. Но это не оправдание, что у него столько было ресурсов всего лишь. А для орка они критически важны. 740 по технологиям у Хасоба, 800 у меня, 650 Карлос, 860 Хотлайн, 820 Хен и 610 Биг Мамути. И общий результат 22200 Хасоб, 22100 у меня, 16800 Карлос, 32300 Хотлайн, 17600 Хен и 14600 Биг Мамути. Ну и сражение шло 22 минуты 9 секунд, довольно стандартно для 3 на 3 на Альварусе. Надеюсь, что вам понравилось. Всегда не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, основное и дополнительное, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.